Всем привет, попаяем сегодня. Так, а что попаять, я вам предлагаю, прежде всего, если вы сделали также паяльный фен, да, вот такую паяльную станцию, вот она у меня лежит, то раз в год надо все-таки профилактику делать. У меня загудел вот этот моторчик, чтобы избавиться от этого гула, и потом он рассыпется, я предлагаю его смазать. А потом начнем паять. Сегодня видео будет вот про такие лампочки. Недавно я делал распаковку, и говорил, что надо уходить от лампочек, которые имеют драйверы, блоки питания внутренние. А вот на такие вот, видите, без блоков питания. Эти лампочки, они очень ремонтно пригодны и, можно сказать, вечно. Когда я говорил, что они вечные, вот сегодня я это и хочу вам показать. То есть я заказал их около 15 штук, не помню. Одна из них выгорела, я ее на доноры. Но вот вторая уже начала моргать. Вот тут видно черная точка. Вот я пометил тут маркером. И вот этот светодиод сегодня поменяю. Эти моторчики имеют высокие обороты. Если они без маски работают, вовремя не поменять ее, то потом можно нарваться на покупку нового такого вентилятора. А он, мне кажется, не очень-то и дешевый на Алиэкспресс. Вот здесь резиновая заглушка. Сняли, значит, этикетку. Берем резиновую заглушку. Ну, все как в компьютерных блоках питания. Все то же самое. Принцип-то один и тот же. И добавляем смазку. Ну, смазку можете любую готовить. Я не стал заморачиваться. Добавлю силиконовый. Это на 24 вольта, 0,25 ампер указано. Все провода, видите, живые, ничего не обуглилось. Значит, эксплуатируется нормально. Так что, если кто не сделал термофен, делайте. Видите, работает все отлично, даже нигде ничего не перегрелось. Так, ночной ремонт, покажу, что вот она не работает. Вот 220 вольт, включаем, ничего не происходит, выключаем. Через 5 минут она заработает, гарантию даю. Все это делать будем на коленках, в полевых условиях. Я вроде говорил, что вообще перегорать они не должны, по идее, но перегорает, все перегревается. Охлаждения не хватает на сверхмощные такие светодиодики. Отпаиваем проводки 220. Видите, все на коленочках. Никакой лаборатории не надо. Температуру я поставил невысокую на фене. И поэтому чуть дольше, но это безопаснее. Сейчас посмотрим, может, добавим. Ну вот, добавил еще градусов 20. Алюминиевая плата хорошо рассеивает тепло. Хороший светодиод. Берем заранее отпаянный с другой платы. Другой. Посмотрим, какая полярность. Как здесь было на плате, так же и припаиваем. Сейчас прогреваем. Смотрим, как олово заблестит. И садим на место. Вы не думайте, что я тут каждый день сижу, паяю эти лампочки. Ну, раз есть фен, есть желание попаять, так же, как и вам, можно взять и сделать доброе дело. Можно покупать до бесконечности, конечно, лампочки, а можно
Иной раз взять и спаять. И поверьте, такая лампочка будет вам светить ярче, которую вы своими руками сделали. А которую там китайцы делают, они гонят. Ширпотреб. А раз мы уж с китайцами связались, то надо и уметь паять. Они нас научат по любасу паять. Не умеем, а нас заставят. Так, мои видео поддержите пальчиком вверх, пролайкайте. Само собой. Мораль этого видео какая? А такая, за что бы мы с вами не беремся, все можем. Для дома, для семьи мы хоть что можем сотворить. Включаем в 220 и включаем в розеточку. Ну, да будет свет, сказал монтер и перерезал провода. Есть. Горит ярко. Вот так. Раз лайк, два лайк, жирный лайк. Спасибо за просмотр. Пишите, я всегда на связи. Переходите смотреть другие видео и делитесь с друзьями. Это был Майер. Всем пока. Жирный лайк. Спасибо.